Всем привет, с вами Антон, и сегодня у меня в гостях педаль дилея Boster Echo 2. Педаль Boster Echo 2 работает в двух режимах, стерео и моно. Я, как водится по старинке, завел ее в моно. У педали есть процессор внутри, который рулит ее начинкой. Четыре ручки здесь — это громкость электрогитары входящего сигнала, тон, фидбэк и время задержки. Эту педаль можно также использовать как шиммер-ревербератор, поэтому ручка тона здесь весьма-таки даже необходима. У педали есть смешная третья функция, как и у всех дилеев от Boss. Смешная третья функция заключается в том, что вы зажимаете педаль, и у вас происходит кратковременный луп аккорда, который вы играете. Давайте уже скорее поиграем и выясним, нужна такая педаль или не нужна. Всем спасибо за внимание, с вами был Антон, смотрите мои обзоры, ставьте лайки и дизлайки, в комментариях пишите всякую дичь, и не забывайте про то, что я регулярно на своем твиче кручу пластинки, пластинок со временем становится все больше, они все интереснее, и за них больше не нужно голосовать, теперь я ставлю то, что вы желаете в комментариях, поэтому подписывайтесь на мой твич канал, заходите и желайте в комментариях все, что вы найдете в каталоге. Каталог на твиче тоже есть. И я обязательно это поставлю. Всем рок и педаль!